Езжайте, я подожду здесь. Окей. Здесь безопасней. Я нажал. И чё вы не едете? О, поехали. Вы живы? Да. Мне дохуя урона нанесло. А чё я умер? Надоело бегать со стандартными скинами? Появился новый кейс, а у тебя нет возможности открыть его? Хочешь Драгонлор или Керамбит? Тогда тебе на CS GO Nights джекпот для лучших. Ссылки в описании. Привет, дорогие друзья, с вами Квантум, с вами Михакер Халдор и Кратосплей, и сегодня карт на прохождение. Всем привет, друзья. Всем привет, друзья. Давайте будем габить... Сегодня мы выставляем здание ФБ. Давайте автосервис основим. А, да, Вартанчик же говорил, что это прибыльно. Вартанчик там машину угнал с лищей BMW. Движков тысяч, не знаю, на миллион. Нифига здесь, да, кстати, движков сколько, посмотрите. Правда, они пустые. Один корпус. Ну все же, другая история уже, пойдем на миссию. Поехали. Так. Канализацию. А, я провалился! Все букашки, супер, нельзя черепашки. А куда там, кстати, лезем в здание ФБР. А, ребята, да, пока взламываем просто здание ФБР. С помощью нас, очень, да? Очень надежная защита у них. А как меня, да? Потеряли, убьют. С канализацией выставили. Вы что тут ломаете? Все, прошли. Мы идем в гости к перепашке. В гости к перепашке. Я в цветке застрял в каком-то. Все, прошел. Погнали. Так, погнали. Ой, а что тут делать? Выключите лазеры. И откройте дверь. А что, типа, камеры? Все, я один взломал компьютер. Давайте вентиляцию лезьте, я здесь иду. Вентиляцию пошлите. Только да, стойте, не наступайте там на. Стой, сейчас расскажем. Мы, давай, выходи оттуда, мы ждем тебя. Короче, смотрите, бегите открыл. За мной, бегите за мной. О, сейф открылся, пишите. Антон умер! Антон не побежал за мной. Антон не слышал, вот и умер. О, сигнализация. Сигнализация сработала, защитили Антона. Берем бабло, берем бабло. Берем бабло. Берем бабло и валим. Дальше, валим. Дальше тут про. Миша, как думаешь, здесь был проход, смотри. Никогда не отгадаешь, иди сюда. Погнали. Я не могу, я не пролазил. У Миши пердак худой слишком, ему помочь надо. Давайте дальше, не ломайте, Куда дальше? Я отсюда выхожу, а ты оттуда. Окей, нет, давай. дай я пройду. Проходи. Саня, не прыгай, пока тебе Миша идет. Окей, давай. У нас тут геймплей. Мне только спросить. Саня, уже кого-то убивает. Я тоже кого-то уже убиваю. Меня убили. Саня, мы с тобой живы, да? Мы тут народу было. Да. Ты всех убил? Я всех убил, да. Хорош, все, зачистили. Давай посмотрим, есть что-нибудь или нет. О, вот там что-то под стулом, Квантум, смотри. Сзади. Где? Сзади, Квантум. Да и застрял. А, что это? Цветок. Вот что-то там лежит такое. Что это за хуйня? Цветок. На полу какая-то плошка. Миша, уже миллиарды лет. Я застрял, я выйти не могу отсюда. Лифт ломается, слышишь, Данил? Серьезно? О, бомб! Воу, это же было. Это вовремя, я, короче, тебя успел прикрыть. О, у него МК не хочешь? Поехали. Лучше в лифт встань, Данил. Поехали, говорю. По-моему, кнопки не работают. Он не едет. Чё-то он это... О, Саня! Саня! Он сломался! Как? Может, ты поедешь? Эй, а как мне... Сейчас смотри, он вниз приедет. На Е нажимай. Ох, бляха-муха, там я собаку кто стреляет. Саня, давай в шахту. Ой, он вниз поехал. Быстро сюда. Поехали. Там собаку борщ шмалял. Поднимайся. Поехали. Ничего не под... Я умер! В смысле? Стой! По белой иди! Белой иди! Вдоль, прямо! Че ты мансуешь-то? Ты че, дебил? Ты мансуешь? Придурок! Какой дурак! Он придурок! Она по прямой была вся белая. Заходи, Миша. Аккуратненько. Че я взял? Мне кажется, сейчас кто-то умрет. Давай по центру стоять аккуратно, поехали. Че он не едет? Один раз стрейнул, все. Там ожидания, все дела. Там вдвоем, походу, нас не повезет, там ну-ка выйди. Хуёвый лифт, блядь, вдвоем не везет. Не, я это. Миха! Миха, ты тяжелый слишком, он Миха, не едет. Пути. Е надо нажать. Я нажал. Е. О! Нижнюю, походу, надо было. Аккуратно. Кто шмаляет? Там был чувак! Я его видел, там был чувак. Поехали! На нижнюю надо попробовать. Не работает вообще ни в какую. Фак! Вау! Что за дерьмо? Что с ним происходит? Какого хрена? Вы сюда боссовный лифт. Езжайте, я подожду здесь. Окей. Здесь безопасней. Я нажал. И чё вы не едете? О, поехали. Вы живы? Да.
Мне дохуя урона нанесло. А чё я умер? Здесь вообще возможно не умереть. Давайте поднимайтесь, убивайте, потом я нормально подниму. Окей, давай. Так Кратос умер. Так он возродится потом. Да. Чё? Кого-то там дамагнуло. Меня дамагнуло. Да не нажимайте, один раз нажмите и всё. Чё за адский лифт? Один раз нажми, Кван. Чё там вас замесило? Чё за резня? Охренеть. Жесть, меня придавило. Видимо, там все очень плохо было. Езжайте опять убивать там всех, я здесь лифт подожду. Лифт сам с собой поехал вниз. Бля, опять ебашь. Чё происходит там вообще у вас? Вижу тебя, ты опять застрял, какого? Да что за хрень-то? Квантуш. Это Квантуш, жмакай. Я не жмю, я не жмакаю, не же нажимаю. Ты жмакаешь, жми, не жми. Блин, жмакаю. Жмакаешь ты. Езжайте. Блядь, стрельнул два раза главную кнопку. Он стрельнул два раза в кнопку. Езжайте! Я вот за Квантумом наблюдаю и все вижу. Ты должен поехать. Ждем. Что такое? О! Я выжил, прикиньте, вот я поднялся. Ни хрена вы тут поубивали. Нахера его колбасит. Так давай, не, а все оружие выкинь. Не, не нажимайте, не нажимайте, сейчас все оружие надо выкинуть, типа вот это вот лежащее. Я точно не умру. В углы станьте, так безопасней. В углы все. Точно? По углам, да, становитесь. Я не уверен, что это безопаснее. Все, это безопаснее, поехали. А чё я не возвращаю? Нажимай на Е, нажимай. Сейчас поедем. Сейчас О, видите, мы живы, я же говорил вам, мы выживем. Меня колбасит как... А, мы вниз поехали. Антон! О, Антон! Обоссанный лифт. Антон, это не Антон. Это Антон, всё, он наколдовал. Поехали куда-нибудь. Саня, почему не возвращаешь? Один раз нажми, Антон. Вот, всё, поехали, тихо-тихо, готовы? Да дебильный лифт, сука! Один раз, я же говорил, нажать. Так, мы вверх едем, надеюсь? Я не знаю, мы застряли? Мы едем а если вверх, попрыгать там, в лифте? Далеко надо. О, приехали. Чё-то там опасно слишком. Не я не возрождаюсь. О, я возродился. Ух, Кратос, блин, вон. Ты меня напугал. Ты... О, цель. Цель, тихо, убивайте. Антон, блин, просто профи. Антон, опять убили? Вон ещё один. Чё с компами надо делать? Так, взломать надо. Дедосить их надо. Ой! Четыре человечка в одном месте появилось! Спавнилось, what the fuck? Охренеть, адская вообще миссия! Видимо, я не угадал с компом. Серьезно? Это все в джилин? Это за дедос, да. А что они все синие? Почему они? 10 секунд. Взлом компьютера через 10 секунд. О! Чё? Кинул флешку! Я спрятался, я сижу, я боюсь. Я жив? Я еще жив? А, это свой. Я еще жив? Сзади. Меня сейчас застреляли! Мне 58 хп осталось, пипец. Че, давайте? Открывайте дверь, ребята, я знаю, что там будет. У меня пулемет. Давайте. Я лучше здесь постою. Я флешку кинул. Ой, бежим! Меня попали! Она взорвалась? Да. Вообще жестяк. А где мои гранаты все? А где вообще? Офигеть, только замедленная. Кратосу в лоб накидали. Пипец там. А чё в меня попадает? А чё в кого всех убили? Всё, да? Всех убили? И вертолёт висит в воздухе, да? И чё ты висит? Давайте я в него сейчас гранат. Нам сюда, парни, нам сюда. Давайте гранату кину. Вау, кто это сделал? Так, нам сюда, да? Давайте покажем. А чё так светло-то здесь? Джеймс Бонд! Мы Томяни забыли? Да, хорош. Давай, Квантум. Ну ты же у нас герой. Я вам дверь открою. Бля, я опять текстура застрял. Куда ты? Назад. А где я, господи? Вверх поднимайся. Долбаная... А, вот я вижу вас, вы бегаете. Так, надо генератор же запустить. Надо запустить генератор. Все, я отсюда. Вы открыли дверь? Отлично. Дверь не открывается? Все, открыли. О, все, давайте генератор запускайте. Генератор запускаете? Запустил. Не запустил, а не запустил. Запустился? Только сейчас все вместе. Все вместе заходим в лифт. Аккуратненько. А, едет. Едет? Где он? Я бы не делал на этом. Вон он едет, смотри, Антон, видишь? Ребят, я вижу, едет. Придурок! Такой дурак! Так, все в угол становитесь по углам. По-моему, у нас один угол не заполнен. Вам не кажется? Что-то меня трясет немножко. Воу! Чё это было? Кратоса! Это труп Кратоса? Да. Чё, давайте ложим. Закладываем. И одну посередине. Что это за растяжки? Всё, готовы? Сломоушен будет? 30 минут записываем. Бум! Я флешку кинул туда, флешку кинул. Флешку, я уже бота вижу. Отходим.
Сейчас как слепанет тебя. Я отхожу. Взорвалась? Взорвалась. Вон, я тоже вижу бота. Вот он, это... бот. Это у меня, бот, так, да. У меня такая зарядка долгая. Еще один бот. Все? Да, все? По-моему. Кто-нибудь вперед? Вон, еще один, около полицейской машины. Вау, вау! Нифига накидал кому-то. Миша там накидали. Так, а где он? Он около машины полицейской стоит. Нет. За бампером. Так, давайте вот так вот сделаем. Ты дым кинул? Я его убил. Все, погнали. О, бомбу еще закладывать. Надо фига колонны обрушить. Все, офигеть. А то, реально. Короче, здание ФБР вообще по-жесткому выносим. Get in the cars, drive out. Надо возьмите машину. И уходить. А какую тачку? Какую? Не знаю, любую машину. О, Квантум сел. О, Квантум сел. Ой, что, я что-то, я какой-то, по-моему, я в приори еду заниженный, я нихрена не вижу. Вы как сели? Нет. Как? А как ты сел? Не знаю, на Е, по-моему. Все, побежали, побежали. Кто не вот хочет, тот и умер. Стой, стой, стой! Мишу чуть не забыли. Побежали. Вау! Все, о, меня чуть-чуть спануло. Все, взорвали чуть-чуть опоры. Так, здесь осторожнее будьте, здесь осторожнее. Тут, да, у меня АВП сейчас все будет. Сейчас Антош затащится АВП. Давай, Антон. А их там нету. Ага, а кто шмаляет? А в кого меня попали? Никого нету, реально. Пончиков сожрали, так, куда теперь? Охренели они? Видимо, сегодня где-то распродажа пончиков. Распродажа пончика, ментов нет. Так, тут на тачке, походу, да? Так, что, дальше. Дальше, нужна была машина. Нужно было взять машину, поэтому бежим пешком. Может, я за тачкой побегу? Нет, там все взорвалось, тоже не вариант бежать. Да, все боты. Воу, все боты. А что с ботами случилось? А, кому-то, видимо, продали плохие пончики. Отравились пончиками. Отравились пончиками. Появились новые. А? Чё? Дым. Чё за дым? Зелёный дым какой-то. Опа, тише. О, тихо, я побежал нахрен отсюда. У кого ВП есть? У меня ВП. Отстреливайте их. Хрена их там. Чё, их там много? Меня ж убьют. Все, красава. Еще справа еще за колоннами. Справа, и сзади будут еще. Они повсюду. О, а у меня попало, да. Хорош, прилетело. Где они? За колонной там. За колонной, смотрите. Кого-то сняли. Сейчас ты выйдешь, Антоша. Сейчас ты выйдешь, да. Наверное. О, я сразу резнулся, лол. Красава. Все, главное никто не умирать сейчас. Главное не умирать. Там еще впереди. Халдор! Бля. Мишу убили? Нет. Дайте мне ВБ. Ой, я умер. Здорово. А я возвратился сразу, лол. А где он? Где он стоит? Там еще. Где он? Вы видите? Знаете, где он? Вон он. За машиной прямо. О, я вижу его. За укреплением. Сдохни! Все, я убил его. Не видно вообще, где кто. Так, здесь... Я свой ВП просрал. Но... Саня, уйди, голову убери. Бля, попал. Миша, Саня, это Миша. Миша, кто-нибудь, уберите голову. Слово-мо, такое слово-мо. Ау! Саня отлетел. Оу, я в слово-мо отлетел. Квантум, убивай их. Давай, чё ты? По-моему, мы с Ходором да больше убили, чем ты. Да расскажи тут, расскажи с АВП. Еще. Ну, посмотри, за ящиком. По-любому будет за ящиком сейчас. Чё, Саню будем ждать или нет? Да, да. Всё, погнали. А, ты тут? Ну, он как бы не тут, но он с нами, в душе. Он как бы здесь дверь. Почти открыл, всё, молодец. Всё? Всё, прошли. Вперёд. Ей! А, пикап и... Грузовик, всё, вот уезжай. Нет, сюда давай. Есть. Всё, ребята, мы прошли. Это просто самая, это была самая адская миссия в КС, вообще самая невероятная. Я должен запостить это в Твиттере. Надо ВКонтакте пост написать, прошёл миссию в КС ГО. Нажав на эту замечательную красную кнопку, вы подпишитесь на наш канал. Что же, всем спасибо за просмотр. Не забывайте подписываться на канал и добавляться в друзья ВКонтакте. Ссылка на мой контакт в описании. И еще предлагаю посмотреть топ-10 адовых глюков и угар в GTA 5. Да, и не забудь подписаться на мой инстаграм. Ссылка в описании.